Вот здесь он стал ломаться. Не хочет идти. Добрый. Добрый день. Всем привет. Ну что, едем на рыбалку? С праздником для начала надо поздравить. Юля, поздравляем тебя с праздником. Здоровья тебе крепчайшего. Чтобы все было хорошо. Спасибо огромное. Поздравляю. Ну что? Как настоящая рыбачка, она свой международный женский день проводит. На рыбалку. На рыбалку. Погода отличная, ветра нету. Снежок. Ну, да. Едем за кумжей. Будем пытаться искать. Сегодня мы приехали рыбачить на то же место, где рыбачили в прошлый раз. Сан Владимирович остался на верхнем озере, ну а я приехал на нижнее, поставил удочку, вот только опустил. И там уже кто-то, кажется, сидит. Да. И это первый сижок. Смотрите, какой хорошенький. А? Смотрите, так. Снимаем. Значит, рыбачу я сегодня на серебряные мормышки. Приехал к Алексею на Гагарина, дом 3 в Мурманске, в магазин «Рыболов 51». У них продают серебряные мормышки. Дорогое удовольствие. Но я сразу же кучу взял, потому что разбирает, Алексей сказал, очень быстро. И ограниченная партия их. Вот. Есть. Так, это у нас маленькая кумжечка. Кумжечку мы, конечно же, поцелуем и отпустим. Мишечка клюет на другой. Опять 100 грамм. Это уже другая серебряная ой, не серебряная, это уже серебро с золотом. Вот такая мормышечка. Так, клев-то, конечно, меня радует, но я же хочу жерлицы поставить. У меня сегодня там и подкорыш есть, и гальянчик один, правда. Ну, не гальянчик, а колючка одна. Так, ну ладно, надо удочки, наверное, подымать и пробовать жерлицы выставить. Потому что на удочку, если даже клюнет хорошая рыба, леску оторвет. Леска 0,12. Ты же самый, по-моему, который ты отпустил. Нет. Другая? У меня крупнее было. Маленькая. Ну хватит. Все понятно. Отпускать будем долго. Не могу ее поймать. Отпускать? Конечно. Куда ты такую? Все. Только отпускать. Все. Меньше полкило не берем. Хорошо. Чего ты клюет же? Другой же. Угу. Отпускать? Смотри сама. Давай оставим. Сегодня также у меня есть одна колючка. Вот такая маленькая рыбка. Я когда вчера подкорышей ловил, под хвостик ее. Оп, блин, какая она колючая-то. И острая. Вот. Подкорышей собирал. Правда, немного их нашел. Ручейник, подкорыш, не знаю, как они называются. И одну колючку поймал.
Вот так ее. Посмотрим, что на колючку здесь будет. Говорят, кум же очень обожает колючку. Сегодня это увидим. Погода, конечно, не радует. Чем хуже погода, тем лучше, говорят, клюет рыба. Проверим сегодня это. У нас то солнышко, то снежок. Эта жерлица нас уже мучает 3 раза. Мы пока выставляли, только к ней бегаем. Но пока ни одной не поймали. Есть? Маленькая. Маленькая? И та убежала. Угу. Ну ладно. Клюнет. Что, удочку сломала? Ого. А что за рыба была? Не знаю, что-то крупное, видимо. Да, вот так, смотри. Ты прям, смотри, сломала кончик удочки. Чего, Миш-то? Не скули. Хорошая рыба была. Юля, у тебя вторая клюет. Бросай удочку. Смотри, смотри, какой загиб. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Кум же. Кум же. Ну? Ну, хватит, пожалуйста. Главное, клев идет. Да. Тихо. Тихо. Или у тебя удочку уже там загибает. Брось ты свой телефон. Все, без телефона жить человек не может. Хорошая? Оторвалась эта твоя мормышка. Мормышка оторвалась? Да. Боженьки ты мой, хорошо, что не в лунке ходит. Да. Хорошая рыбешечка. Мелкота. Угу. Погодка была бы еще получше. Там кто мучает, маленький сижочек. Ну, этого красавчика мы, конечно, отпустим. Здесь у нас 15 сантиметров глубина подо льдом. И есть? Угу. Ну, малышка. На заглот? Да, по-моему. Ну да. На заглот, на заглот. Да. Остальные жерлицы молчат. Здесь глубины вообще нет. И ветерок то есть, то нет. Снег тоже то есть, то нету. Будем надеяться, расклюется. И вообще, Юль, надо бы, наверное, к Сан Владимировичу съездить. Надо съездить, посмотреть, как у них дела. Вдруг у них там ловится хорошо, и к ним сразу перебираться. Присоседиться. Да. Опять малышня какая-то. Где ж хорошая эта рыба, а? Это не рыба сегодня. Я хочу хотя бы вот такую. Но это, наверное, сказки. Давай, за дедушкой и за бабушкой. Можно и за папой с мамой хотя бы.
Ну что? Ну, у нас-то есть чуть-чуть, а у вас как? 3 штучки. Мелкие? Ну, одна такая где-то. Ага. Две таких. Ну, несколько отпустили. Там, да, вся рыба? Нет, одну вот здесь взяли. А где рыба-то вся, посмотреть? А, где-то вон, в пакете. В пакете? Миш, покажешь рыбу? Шармакс. Да, покажи, да, посмотрим. Ну, одна и ничего так. Но самое интересное, Владимир, у нас на жерлице тоже плохо. Вообще на жерлице ни разу. На удочку, на серебряные мормышки золотые, вон Юля только опускает, загибает, да? А мы сейчас тоже собирались туда ехать, хоть, ну... Попробовать, да? Интересно, конечно. Ну, приезжайте. Она поклевывает иногда. Где? Сишка, да, поймали хорошенького. Да. Вот как у вас, наверное, кум же. О. Да, сижок хорош. Сразу же только пришел, опустил, сразу же загиб. Это в этом же? Да, да, это да. Таких, где? Да, да, да. Где в прошлый раз рыбачили? Да, ну, мы туда не доехали. Ну, только да, вы же хотели свеженькое место, мы-то на старое уже поперли. Отсекай, наверное. Тихо, тихо, осторожно. Да давай, 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 давай. Че, ушла? Угу. Эх, а что ты ее подсекла и ждешь? Надо же тащить, Юль. Я тащу. Не, тут опыт нужен. Мало у тебя опыта еще. Надо тренироваться чаще. Мне кажется, сижок какой-то. Давай, подсекай. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. О, видишь, кум же. Это хорошо. Ну и как у вас, Анна Владимировича? Тихонечко. Ну-ка покажите, красавицу. Это кум же? Угу. Такая, да. Да. Ну, с полкило, наверное. Угу. Ну, одна убежала пока. Такая же? Ну, может, непонятно. Пока я ту сверлил лунку. Да две таких вот, грамм по 100, не больше. Ну, а у нас что-то там. Юля одну маленькую поймала, а одна клевала, тоже не крупная. Ну вот она, видно, крутилась здесь. Ну еще где-то одна есть. Потому что сначала вот, а потом, ну я упустил. Но все равно как-то плохо сегодня. Блин, и только вот на игру и сишкова снасть. Ну да, жерлицы не работают. Вот у Мишки одна там была, говорит. Да, Миш? Да. Ну интересно. Ну, интересно, конечно. Его так спускаешь, так это. Потому что она, ну, форсировать сразу, шлепс. Убежала, либо оборвала. Ну да. Вот. Ну, посмотрим сейчас, что еще. Поездим, порыбачим. Ну вот здесь сижок, поэтому вот он сейчас телебонька вот так вот. И видно не крупный. Угу. У меня шуточка туда чуть не нырнула. Лесочка 0,2. Ой-ой-ой-ой. Резко, резко. Все путается. Блин, рыба-то должна быть хорошая. Thank you.
как я ее поймал, потому что она промахнулась, и я ее за верхний плавник поймал вообще. Вот. Вот это я рыбак. Ну вот. Это уже зачетная рыба сегодняшнего дня. Пока самая крупная. А я уже домой засобирался, значит, будем продолжать рыбачить. Хорошая. Да. Ну подожди, крупную подойдет, не только малыши у тебя будут. Подождем тогда. Третья сработка у нас. По-моему, ничего нету. Нет ничего? Нет, есть, что-то упирается. Если упирается, это хорошо. Да, слушай. Отличная рыба. Да. Говорит, упирается. Поначалу вообще ее не чувствовалось даже. Ну, слушай, с полкило точно хорошая, есть. Хорошая, да. Такая рыженькая. Хорошая. Зачетная. Молодец. Здорово. Ага. Настроение сразу улучшается, конечно, да? Конечно. Не, красивая рыба здесь. Там же вообще красивая рыба. Хорошая. Вымотала все. Посмотрим, что здесь будет. Неплохая, хорошая рыба. Так идет тяжело. Упирается. Ух ты, 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 ты. Не хочет идти. Блин. Конечно, не 3 килограмма и не 2. Вода в лунке гуляет. Профессионал, что сказать. Чуть больше килограмма. Это неплохой сижочек у нас. На самоловку ловится. Время к обеду. Рыба пошла гулять. Это радует. Загибает какая-то. Малышка. Малышня вышла на охоту. Зацепилась неглубоко, поэтому отпускаем. Приехали, а тут загиб. Да, а что ты подсекаешь? Она и так тут никуда не уйдет. Ну. Ох, какая красотка! И одна, и вторая. Нормальная, да? Да, хорошо. Классно. Надо еще посидеть чуть-чуть. Вот,
опять форелька. Маленькая. Да что ж, тихо. Тихо. Рыба, тихо. Беги. Пора, наверное, заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Хорошая рыба уже не ловится. Поэтому еще чуть посидим и поедем домой. Не успел ту вытащить. Уже здесь загибает что-то. А я домой собрался. О, клев-то разошелся. Как только про дом заговорили, теперь до самого вечера клевать будет. Переезжали мы к Сану Владимировичу. Юля за рулем. Главное, едем. Я чувствую, снегоход сзади ушел чуть-чуть. Ну, Юля чуть газку дала, выскочила. Молодец. Вот, отработала четко. Назад оборачиваюсь. Смотрю, а здесь промоина. Вот оттуда мы пошли, заходили. Вот здесь он стал ломаться. Ну, молодец, выскочила, я говорю. А так все. Можно было бы и со снегоходом попрощаться. Как-то я так это... Надо аккуратнее ездить все-таки. Да. Ну ладно. Рыбалка-то все-таки заканчивается пока успешно. Ну, мы еще до дома не добрались, еще долго. Сейчас подъедем к Сану Владимировичу, посмотрим, как они подрыбачили. Ну. Все, пошел я к снегоходу. Это мелочь. Гол престижа. Гол престижа. Вот и все. Сколько вы ее сидели здесь, вылавливали? Несколько минут, я скажу. Ну, мы уже заканчиваем, я так понимаю, рыбалку, да? Все. Мы-то собрались уже, все. Так, мы тоже? Или еще раз попробуйте? Подыграй, подыграй. Давай, давай, давай. Пошла. Хорошая была. Убежала? Да. Потому что давай. Чуть-чуть неправильно, конечно. Пробуй. Ты бы за удочку подымал бы ее и вытащил бы. А ты удочку бросил и дал слабину ей. Все. А, кум же такая. О, еще раз. Тюкнула. Ну. Давай, она уже... Есть, давай. Она сидит уже. Поднимай, выше, выше, да вытаскивай. Нет. Зачем ты, Миш, удочку бросаешь и начинаешь рукой? Если здесь глубина метр, ты можешь спокойно удочкой раз и поднимать одной рукой, а второй перехватывать. Но не бросай леску, да, Сан Владимирович? Ну, надо, да, глубина небольшая, поднимать, а второй страховать. Страховать, ну и... А в сторону уже, уводить ты ее. Ты уже почувствуешь, если у тебя... Александр Владимирович, надо помочь Михаилу? Поможем. Сколько уже? 4 раза ушла у нас тут она. Кажется, там... Давайте, давайте, вот. Покажите, как надо. Вот. Папа сразу сейчас покажет. Опа. Опа. Вот, видишь, как папа? Вот. Опа. Видишь, она еле-еле берет. Ну, главное, клюет. У меня же нервов не хватает. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай. Вот, вот, перехватывай рукой, правильно. Давай, поднимай. Опа. Есть. Вот, правильно. Видишь? Ну, пошел клев. На, это отпускай. Юля, я чувствую, они домой не уедут. Нам тут долго сидеть с ними. Главное, дождались, пока мы удочки смотали им. И ловят одну за одной. Согласен. Сейчас мы тоже просверлим тут лунку и будем ловить у них. Подыграю, подожди.
своей рукой несчастливой. Опа! Видишь, как я ее? А? Как я ее ловко. На самом деле. Держимся. Даже я поймал. Ну так. Что тут творит? Давайте последний ловите и поехали домой. Все. Все. Беги, родная. Беги. Я приеду за тобой завтра. Нет, года завтра. Через два, скажи, я подрасту. Наша рыбалка, дорогие друзья, подошла к концу. Я рыбалкой остался доволен на все 100%. А вы, Сан Владимирович, как? Абсолютно согласен. Рыбалка хорошая, продуктивная. У меня сегодня работали эти золотые и серебряные мормышки. Просто огонь. Мне так понравилось на них рыбачить. Все понемножку, да, Миш? Ну и трофейчик, конечно, наш. Достойный. Хорошая рыба. Вторая рыбалка, второй трофей. Даже не знаю, что будет дальше у нас. Значит, жерлицы я оставил на ночь. Завтра приедем. Посмотрим, что будет на них сидеть. Если вообще будет. Вот да мне будет. Интересно, да вечерний будет. Выход будет? Будет. Вот во время вечерний. Заката, да. Ранее утренний. Ранее. А не, мы попробуем завтра приехать пораньше. Ну, пораньше надо приезжать. А мы попробуем с Юрием Петровичем встать в 5 утра выехать. А то я сегодня проснулся в 6. Вы еще не позвонили. Я думаю, ну ладно. Еще полежу минуток 20. Будильник на полчасика перевел вперед. Сан Владимирович звонит, говорит, все, пора ехать. Да, потому что вчера под вопросом рыбалка была из-за погоды. Да, вчера погода была отвратительная и думали, поедем, не поедем. А с утра проснулись, хорошая погода. Ну и сегодня отрыбачили хорошо. Ну что, пока, наверное, всем. Да. Все, дорогие друзья, всем счастливо. Всем пока. Счастливо. До новых встреч.